А где подписать петицию, чтобы детей запретили пускать на самолеты? Давайте детей сдавать в багаж, так будет удобнее всем. Это не мои слова, друзья мои. Это слова реальных людей, живущих в 21 веке. Присаживайтесь поудобнее, буду сейчас все рассказывать. Обязательно сделайте репост этого рилса. И, кстати, уважаемые мамы, подписывайтесь на меня. У меня в аккаунте нету абьюза, буллинга. У меня только поддерживающий для вас контент. Итак, недавно на просторах интернета я нашел видео рилс, где девушка снимает в самолете свою собаку, а на фоне крик ребенка. Более 1500 злых комментариев, за которые почему-то стыдно мне. Я никогда не думал, что люди будут настолько агрессивно настроены на детей и матерей. Вы только посмотрите, что писали люди. Кто-то предлагал сдавать детей в багаж. Кто-то предлагал подписать реальную петицию, чтобы запретить матерям с детьми летать в отпуск. Друзья, очнитесь! Вы кто такие, чтобы решать судьбу другого человека? Все-таки я хочу, чтобы этот ролик увидело много людей и как-то немножечко одумалось, и наше общество стало еще более толерантнее по отношению к детям и к матерям. А вместо злобных комментариев написали бы сердечко и слова поддержки. Это было бы, мне кажется, намного правильнее. Что думаете вы на этот счет? Напишите в комментариях.